Традиционно 10 ноября отмечается профессиональный праздник сотрудников полиции. Его история началась аж с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Сегодня, выступая перед полицейскими, заместитель начальника УВД Сочи Сергей Огурцов отметил: главное – не потерять доверие сочинцев. Именно такой является полицейская служба, требующая высочайшей ответственности, мужества, полной самоотдачи, верности долгу и присяге. Наша служба по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых. Жизнь в городе должна быть безопасной. Об этом говорил депутат городского собрания Сочи Геннадий Глазырин. От депутатского корпуса он поздравил сотрудников внутренних дел с профессиональным праздником и вручил лучшим из лучших грамоты. Председателя городского собрания Филонова Виктора Петровича и от всех депутатов хочется сегодня вас поздравить с этим большим праздником и отметить ваш безупречный труд, который обеспечивает безопасность в нашем городе, безопасность жителей, безопасность наших отдыхающих. Это большая работа. В этом году в Сочи раскрыто 3000 преступлений. Из них около 500 тяжкие и особо тяжкие. Было изъято около 13 килограммов наркотиков, а это десятки тысяч доз. А значит, в архиве правоохранителей сотни спасенных жизней. Благодаря взаимодействию с сотрудниками ФСБ совместным рейдом было возбуждено 116 уголовных дел. Среди награжденных сегодня и полковник юстиции Александр Терещенко. Он непосредственно на месте вел переговоры с преступником во время операции по спасению девочки. Собственный отец удерживал ее в качестве заложницы на протяжении 6 часов в одном из домов микрорайона Блинова. Проводились мероприятия подготовительные в случае самого неблагоприятного развития событий на силовой захват. Вот, однако потом было принято решение вступить в переговоры с преступником. Он тяжело шел на контакт. Путем длительных переговоров смогли убедить его сдаться и отпустить заложника. И сегодня в Зимнем театре для тех, кто ежедневно стоит на страже порядка и безопасности в Сочи, был подготовлен праздничный сюрприз. Концерт с участием шоумена Сергея Крылова, певца и композитора Александра Добронравова и группы «Мираж». Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.